после вот этой встречи здесь у вас состоится награждение лауреатов конкурса «Мой проект моей стране». Сегодня мы рады приветствовать вас на церемонии награждения победителей конкурса «Мой проект моей стране». В этом году на конкурс было подано 1326 заявок из 80 регионов страны. Церемония награждения лучших социальных проектов 2018 года объявляется открытой. Победитель в номинации «Культура». Город Екатеринбург с проектом «Правомобиль». Город Курск. Хочу поздравить лауреатов, хочу поздравить победителей и пожелать всем вам успехов в вашей замечательной, благородной и очень нужной нашей стране и нашим людям работе. Всего вам самого доброго. Спасибо вам большое.